ЦСКА были большие проблемы. Исходя из истории встреч, а здесь Дмитрий Шишин в девяточку. Дмитрий Шишин. 2-1 «Кристалл». И это как раз, к слову о статистике, «Кристалл» никогда не проигрывал «Дельте». 14 матчей, 14 побед. Вот такая статистика. Ну а сейчас блестящий удар Дмитрия Шишина в девятку. И радость Кирилла Романова, конечно.